Всем привет! Очередной выпуск по распаковочке. К Новому году посылки стали ездить очень долго. Даже по России. Не то, что из Китая. Они и тут еле их дожидаются. Так. Упаковано хорошо. Раскладываем потихонечку. Что к нам приехало? Заклеенная. Вот так вот, короче. Так, ну что, начнем с того, что, да, моделей сегодня нет. Сегодня несколько аппаратурочек управления, так как без них модели управлять тоже невозможно. Значит, что у нас по наличию теперь? Так, приемнички. Проверяем. Так, HP Racing, HPI, даже с батарейками, походу, да, аппаратура с батарейками, двухканальная. Приемничком. Двухканальная аппаратурочка. Производство Малайзии. Модель TF20E. Следующий аппарат. Так, здесь у нас переделано. Аппаратура переделана под липошку. Так, здесь у нас уже, так, нет, грузится. О, интересная такая. А здесь у нас уже, походу, должна быть трехканальная. Off, AUX, да. А, выключателем просто третий канал. Так, это у нас, получается, Hobby King аппаратура. Так, HK310. Вот такая вот аппаратура. Три канала, все верно. Вот. Далее. Так, смотрим, что у нас. Аппаратура FlySky GT2 тоже переделана под встроенный аккумулятор, чтобы не заморачиваться с батарейками.
Здесь у нас получается GT2, это значит двухканальная. Антенка болтается туда-сюда. Ну, такая обычная, стандартная аппаратура. Что она у нас? Ну, нормально. Батарейка немножко подсела, мигает. Вот. И с ней у нас идет два приемничка. А приемники идут тоже фирмы Hobby King. Два приемничка. И приемники идут трехканальные. Может быть, попробовать забиндить на GT3. У меня аппаратура есть. Попробовать на свою аппаратуру забиндить. Не знаю, надо почитать. Я вроде всегда покупал, грубо говоря, приемники именно по фирме. А это какая-то другая фирма. Может быть, она делает какие-то универсальные. Модель приемника GT2R, трехканальный ресивер, а аппаратура двухканальная. А вот этот идет трехканальный ресивер FH55. А, вот тут написано то, что она идет с этим приемником только, наверное. Вот. Так, надо, кстати, выключить, забыл выключить ее. Ну ладно, будем пробовать, что к чему. Три аппаратурки для наших моделей. Скоро вы узнаете, почему три. Далее. Вот такой вот пакетик. Тоже фирма Hobby King. А что в пакетике, сейчас я вам покажу. А в пакетике вот такие вот, друзья, клипсы. Положил и защелкнул. Все, и она не потеряется никуда. Вот такие вот с держалочками 4 клипсы на нашу модель. Клипсы тоже такие хорошенькие. Это будет на нашего краулера. А то там не пойми какие, очень неудобно их цеплять. Так. Это два. Далее. Набор наклеечек мне положил продавец. RC Motors, TV, там, тра-та-та. Рекламка, Traxxas. Вот. Ну, по-любому пригодятся. Очень приятно. Дальше. А дальше у нас идут две мигалочки, синяя и оранжевая, и Y-образный провод. Интересно, как будут мигать. Надо будет проверить, посмотреть, что у нас здесь. У нас здесь инструкция по установке. Да, вот это мы точно не разберемся, друзья мои. Так. На одной есть болтик, на другой болтика нет для крепежа. Так, все, инструкции почитали в сторону. Следующий мешочек. Здесь у нас, как сказал продавец, выкинуть жалко, может быть, годится. Всякие разные разъемчики. Вот, переходит от Traxxas, опять от Traxxas, снова от Traxxas. Вот. Для 2S аккумулятора проводочки, в принципе, нужны. Вот. Теплах. И прям сразу, грубо говоря, в приемник, в этот, в аккумулятор в какой-то. Ну и так вот, небольшие проводочки для припайки. Всегда нужны гнезда. Вот, поэтому спасибо, плюс.
Это так, бонусом он докинул. Уберем сразу мешок, чтобы не рассыпались, не болтались потом. А то как пришли, так потом и раскидаются, разлетятся. Так. Следующий. Здесь у нас аккумчик. Продавец его особо не юзал, но и хоть я не уверен, какой он. Емкость здесь, значит, это у нас получается 3S аккумулятор, 11,1 вольта, 25C только отдача, 50 только отдача, 3900 мощностью. Вот такой вот аккумчик. Зарядим, проверим. И самое главное, для нашего интересного времяпровождения, вот такие, друзья мои, каточки. Я не знаю, как это будет ездить. Но вот такие вот у нас колесики. Интересные. Была у меня давно мысля сделать что-то подобное, но все никак не решался. Вот такой наборчик пришел нам. Обязательно все мы проверим. Раскидаем аппаратуру по моделям. Ну и будем снимать, надеюсь, интересные для вас видосы. Если есть какие-то предложения, присылайте. Я все читаю, откликаюсь. Вот, потому что хочется что-то сделать поинтересней, но, как говорится, на все фантазии не хватает. Предлагайте. Ну что, затестим? Ну, будет, наверное, интересно, как она будет цепляться по снегу, по льду, по снегу. Снега у нас все равно нету, я так понимаю, ни у кого его нету, только на севере. Вот. Поэтому пришли вовремя, надеюсь, на январские праздники выпадет, и будем катать. Ну все, всем пока, спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. И пишите в комментарии, что вам интересно. Пока.